Всего с 31 декабря на 1 января родились 11 детей, причем есть даже двойня – мальчик и девочка. Здравствуйте, с Новым годом! Здравствуйте. Кто у нас аж двойню родил? Были и такие, для которых рождение ребенка действительно оказалось сюрпризом, как, например, для сочинки Евгении Ковях. Ее сын родился на 2 недели раньше запланированного срока. А всего в минувшем году на курорте появились на свет 7777 детей. Несмотря на то, что рождаемость в стране немного снизилась, в Сочи ежегодно она продолжает увеличиваться. Мы вместе с краевой администрацией строим новый перинатальный центр, современный, большой. И, естественно, когда рождаются дети, можно уверенно говорить, что наши мамочки смотрят с энтузиазмом в будущее. А это значит, что будущее будет у нас хорошее. Кстати, по случаю Нового года новорожденных согревали не обычные одеяла, а праздничные. Укутывать главный новогодний подарок в такие вот рождественские носки – это давняя традиция, которую соблюдают во многих роддомах мира. Ну а общественная организация «Лига женщин Мосдобра» на Новый год подарила сочинскому перинатальному центру биохимический анализатор крови.